Спасибо. Всем добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нашему каналу. Я так в течение 40 минут попробую вам рассказать основные технологии, которые используются для нанофабрикации. Ну, может быть, вы найдете что-нибудь полезное для себя из моей лекции. Ну, по крайней мере, я постараюсь, чтобы вы поняли, что можно сделать, используя современные методы, и чего сделать нельзя. Значит, я работаю в Сколтехе. Основан Сколтех был в 2011 году. У нас есть магистратура, аспирантура, обучение идет на английском языке. Очень много профессоров с мировым именем. И в прошлом году мы вошли в топ-100 лучших молодых вузов мира. Вот. У нас есть несколько хорошо оборудованных лабораторий с уникальными установками, которые доступны для профессоров и для студентов, для обучения и для исследований. Несколько слов из моей биографии. Ну, она довольно типичная для российских ученых. Я окончил среднюю школу номер 36 в городе Братске. Затем провел 6 счастливых лет на физтехе, на факультете физической и квантовой электроники. Затем до 1994 года я работал в Институте проблем технологий микроэлектроники в Черноголовке, защитил диссертацию. В это время вот, ИПТМ. В это время довольно много времени провел в Гетеборге, в Швеции, в Чалмарском университете. Значит, вот это фотография 90-го года, это фотография 2017-го года. Я продолжаю сотрудничать с этим университетом. За это время Чалмарс из такой маленькой лаборатории, в которой я работал, превратился в огромный шведский национальный нанофабрикейшн центр. То есть это за эти 30 лет, это, конечно, впечатляет. Следующие 5 лет я провел в Японии. Сначала в исследовательском центре Nippon Telegraph Telephone. Вот этот центр с высоты снят. Ну и затем в такой правительственной корпорации Japan Science Technology Corporation. Территориально я работал в лаборатории в Токийском университете. В 2000 году я переехал в Роллхоловый колледж Лондонского университета, где мы вот за эти годы из маленькой тоже лаборатории выросли в такой наноцентр среднего размера, который довольно много может сделать. Вот. У нас очень красивое здание в колледже было. Вот. В 2018 году я присоединился к Сколтеху, и, ну, 60 микрон приблизительно, до размера атома. Атом имеет размер приблизительно 1 ангстрем. 1 ангстрем. Значит, вот если идти по этой шкале, то первые приборы, для которых, скажем, нужна фабрикация, нанофабрикация, так назовем ее, это будут оптические приборы, волокно, например, различные инфракрасные детекторы. Размер этих приборов, он будет несколько десятков микрон. Ну, это тоже, также это размер клеток. Если мы переходим в следующий диапазон, это где-то от 1 микрона до 10 микрон, это будут размеры бактерий, клеток, а в технологии это будут размеры электромеханических приборов, ну, это современные сенсоры давления, температуры, ускорения. Все это производится с помощью технологий микроэлектроники, скажем так. Да? Значит, если мы переходим в следующий диапазон, это диапазон от 100 нанометров до 1 микрона, то здесь, значит, мы уже касаемся где-то размеров транзисторов, которые используются для
производство процессоров самих транзисторов. А вот затвор транзистора, он может иметь размеры намного меньше. И сейчас вот технология, которая для производства транзисторов, называется 28 нанометров, и это как раз размер затвора этого транзистора. Про это я еще скажу в следующем слайде. Ну, дальше мы спускаемся в размеры, значит, вирусов, которые устроили нам веселую весну в этом году. Значит, это будут размеры несколько десятков нанометров. Вот здесь вот как раз и находится где-то уровень современной технологии. То есть вот производство, оно работает на уровне 28 нанометров, и есть сейчас разработки, которые двигаются в сторону 7 нанометров. Вот. Следующий уровень – это уже уровень, скорее исследовательский уровень в научных лабораториях. Ну, например, это карбоновые нанотрубки, которые имеют размер несколько нанометров диаметр. Ну и последний диапазон – это размер атомов. Это ангстремы, это кристаллические решетки, расстояние между атомами, несколько ангстрем. И это, можно сказать, абсолютный предел, к которому мы можем стремиться делать какие-то приборы, имеющие размеры, сравнимые с размерами атома. То есть это будут приборы, состоящие из нескольких атомов или десятков атомов. Вот. Это вот шкала, значит, шкала размеров, а вот вверху есть технологии, которые, в принципе, составляют мою лекцию. Сначала я буду рассказывать про ультрафиолетовую литографию. Литография – это перенесение картинки на материал. Какой-нибудь вы спроектировали прибор, хотите его сделать, как-то надо перенести то, что вы спроектировали, на материал. Вот это есть технология, называемая литографией. Сначала я буду говорить о ультрафиолетовой литографии. Значит, она покрывает технологии с размерами от миллиметра и вот до 7 нанометров, современная литография. Дальше я поговорю о электронно-лучевой литографии. Она, опять же, достигает, с одной стороны, нескольких нанометров, а вот с большей стороны она где-то ограничивается сотней микрометров. И сканирующая зондовая литография, она, в принципе, идет до атомных размеров, но она очень медленная, и, конечно, площади, которые она может обрабатывать, они начинаются с нескольких микрон. Вот. Как бы установить репер в этой лекции, я скажу про Нобелевскую премию, которая была присуждена в 1986 году вот этим двум джентльменам за разработку сканирующего туннельного микроскопа. Значит, сканирующий туннельный микроскоп, вот он показан на этом рисунке, что он из себя представляет? Прежде всего, это пьезокристалл. Вот этот вот красный пьезокристалл. Пьезокристалл – это материал. Если его поместите в электрическое поле, то он или сжимается, или расширяется. Поэтому, если вы на пьезокристаллу приклеите зонд, то вы, в принципе, можете как бы двигать этот зонд, просто прикладывая напряжение на электроды, которые нанесены на пьезокристалл. Это подвижки эти не очень большие, это несколько десятков микрон максимально, но они очень точные. Вы можете позиционировать ваш зонд с точностью несколько ангстрем.
Зонд сам по себе, это он довольно такой острый, как бы острая стрела, с довольно тонким наконечником. Наконечник может достигать несколько десятков нанометров. Но эти технологии уже как бы давно были известны, как производить такие зонды. Дальше, если вы покрываете зонд проводящим материалом и приближаете зонд к какому-то проводящей подложке, проводящей пластины, одновременно прикладывая разность потенциалов между пластиной и вашим зондом, то в какой-то момент, еще не коснувшись зондом пластины, у вас потекет туннельный ток. Это явление квантомеханическое, это не классическое, это как будто бы протуннелировать под горой. Не забираться на гору, а протуннелировать под горой. Особенность этого тока в том, что он очень чувствителен к расстоянию между зондом и подложкой. Он экспоненциально зависит от этого расстояния. Поэтому этот ток можно использовать в обратной связи, которой вы управляете пьезокристаллом. И задав обратную связь такую, чтобы сохранять постоянную величину этого туннельного тока, вы, сканируя зонд вдоль поверхности этой пластины, вы, в принципе, можете наблюдать топологию этой поверхности. То есть вам этот туннельный ток будет говорить, не туннель, обратный сигнал обратной связи будет рассказывать о топологии поверхности. Таким образом, вы можете увидеть топологию поверхности с точностью до ангстрем, то есть с точностью до атомарной. Вы можете видеть отдельные атомы. Вот за это и была присуждена премия в 1986 году этим двум замечательным людям. Назывался он сканирующий туннельный микроскоп. Прошло 9 лет. И исследователи из IBM сделали следующее. Они научились не только получать картинку поверхности, но и зацеплять на этот зонд атомы и ложить их в определенном месте, в каком они захотят. Таким образом, они расположили 48 атомов железа на поверхности медного кристалла, а потом сняли картинку этих 48 атомов. Понятно, что вот это некий абсолют из нанофабрикации. Да? То есть это к чему мы в конце концов придем, чтобы вот из атомов строить какие-то приборы. Значит, это был 95-й год, это было 25 лет назад. Мы до сих пор не дошли до технологии, которая бы позволяла вот делать такие вещи в промышленном масштабе или хотя бы там в каком-то разумном масштабе. Вот чтобы сделать вот такой прибор, им, скажем, потребовалось там неделя, может быть, месяц, да, то есть они индивидуально таскали атомы и ложили их по кругу. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы вот атомы как-то сами расположились или иметь какую-то технологию, которая бы располагала атомы в определенном порядке. Понятно, что дальше можно идти, это двумерная структура, можно дальше идти в трехмерную и так далее. Ну, где-то, наверное, одно из приближений – это вот сейчас работы по графену, где из атомарных слоев графена и других материалов делают там трехмерные структуры. Вот. Значит, да. Что касается технологии, вот давайте посмотрим, где мы сейчас находимся в технологии на примере транзистора, который используется в процессоре. Значит, вот это современная технология 28 нанометров. Транзистор представляет из себя некую пластину проводящую, где есть исток электронов, исток электронов, то есть электроны текут от истока к стоку. Значит, и этот ток между истоком и стоком управляется затвором. Затвор имеет размер вот
современной технологии 28 нанометров, он и определяет, как бы, как говорят, уровень технологии. Да? Вообще говоря, чем уже затвор и чем лучше он влияет на ток между истоком, тем мы выигрываем в скорости работы этого транзистора, мы выигрываем в мощности, которую рассеивает этот транзистор. Потому что мощность – это ток умножить на напряжение. Вот здесь вот есть график внизу, где графики работы двух транзисторов, у которого гейт 22 нанометра, у которого гейт 32 нанометра. Это планарный плоский гейт, а это гейт вот такого типа, тригейт так называемый. И видно, что при уменьшении размера гейта мы можем уменьшить рабочее напряжение. А рабочее напряжение – это значит, мы уменьшаем мощность, рассеиваемую этим транзистором. Потому что мощность – это напряжение умножить на ток. Вот. Раз уменьшается мощность, рассеиваемая этим транзистором, значит, мы можем на одну и ту же площадь посадить как можно больше транзисторов и не бояться, что у нас не будет возможности отвести тепло. Или мы можем при том же напряжении просто улучшить быстродействие. Вот по шкале Y здесь быстродействие этого транзистора. Вот. На следующей картинке показано разрез этого транзистора. Значит, ну, эта картинка получена просвечивающим электронным микроскопом. Значит, вот здесь вот есть кремний, который серым цветом здесь нарисован. Кремний, значит, оксид кремния, изолятор, затвор, который огибает этот проводящий пластинку. Вот. Ну и здесь дальше сверху металлизация, которая отводит тепло и управляет затвором. Значит, вот дальше эти транзисторы набраны вот в такую же интегральную схему. Вот переход от одиночного транзистора к интегральной схеме – это такой очень серьезный шаг в технологии. Значит, вот я могу так сказать, вот один транзистор я могу очень легко сделать, но вот сделать уже интегральную схему из транзисторов, это нужен уже определенный уровень технологии. Вот. Следующий уровень усложнения – это как адресоваться к этим к этой интегральной схеме, к этим гейтам и стоковым истокам. То есть тут идет многоуровневая коммутация, это провода, опять же, размеров, сравнимыми с размерами транзистора, которые вы кладете в несколько слоев. И вот потом, если сделать разрез, опять же, поперечной и уже интегральной схемы, вот транзисторы, они находятся вот где-то здесь, вот это все, это коммутация емкости, там, сопротивление, которое уже часть интегральной схемы, то есть это та сложная технология, которая, ну, как бы, которую довольно сложно реализовать, и она реализована там, скажем, в Intel или где-нибудь в Тайване, вот, это то, как бы, это передовое производство, скажем так, да. Вот. Но понятно, что для того, чтобы стартовать, изготавливать вот такие транзисторы с такими размерами, нам нужна пластина, ну, практически идеально плоская, чтобы ее шероховатость поверхности была на уровне, ну, практически атомарной. Вот. Это своя новая технология, которая довольно сложная, вот, которая развивалась там десятилетиями. Ну, для начала просто, например, расплавляют кремний, опускают в него кристалл кремния и вытягивают, вращая вот этот вот
кристалл таким образом, что растет вот такая болванка. Ее диаметр зависит от скорости, с которой вы вращаете, и зависит от того, как быстро вы вытягиваете этот кристалл. Значит, болванки делают стандартных диаметров от 2, от 5 сантиметров до 30 сантиметров. Ну, стандарт микроэлектроники сейчас – это пластины 30 сантиметров. Болванки затем режутся на пластины. Пластины шлифуются до стандартной толщины от 200 микрон до миллиметра и полируются. Причем они полируются так хорошо, что шероховатость у нее меньше, чем нанометр. Значит, ну вот я могу так сказать, если вы для каких-то целей, вам нужна очень плоская поверхность, идеальная плоская поверхность, то вот рассмотрите взять пластину полупроводниковую. Это очень, очень плоская поверхность, очень точная. Пластины бывают из разных материалов. Ну, стандарт для индустрии – это кремний, для всякой техники, которая работает на высоких частотах, это галлий-арсенид. Всякая фотоника – это индий-фосфат, карбид кремния, алюминий-2, сапфир, алюминий-2О3 и необатлития и так далее. То есть есть набор различных пластин, которые используются в индустрии. Вот. Сейчас, после того, как мы поимели такую пластину, мы должны каким-то образом перенести картинку, которую мы изобрели, этого прибора, на материал. Делается это следующим образом. На пластину, на центрифуге наносится полимер. Может быть, один полимер или несколько слоев полимера. Толщина этих полимеров будет определяться вязкостью этого полимера и скоростью, с которой мы вращаем. Ну, типичная скорость – это несколько тысяч оборотов в минуту. Таким образом, этот полимер будет иметь толщину от 0,1 микрона до, ну, там, до 20 микрон, может достигать. Вот. И он будет очень ровно располагаться на пластине. Значит, полимер имеет особенность, что он, скажем, там, стабилен к растворению некоторых химических реактивов. Но если вы облучите его ультрафиолетовым светом, то он становится растворимым в этих растворах. Вот. И перенос картинки состоит в том, чтобы через фотомаску, а фотомаска – это кварцевое стекло с нанесенным на нем металлическим рисунком, металл не пропускает ультрафиолетовый свет, чтобы мы через эту фотомаску, просто используя ультрафиолет, посветили на пластину. Для этого, значит, используются такие специальные установки, называются степпер, где есть источник излучения ультрафиолетового. Это может быть лазер, эксимерный лазер с длиной волны, там, скажем, 193 нанометра. Излучение этого лазера через серию зеркал проецируется на маску, и потом изображение этой маски фокусируется на пластину. Пластину засветили, свет прервали, подается следующая пластина, засвечивается следующая пластина и так далее. То есть это вот производится вот в такой установке, степперы. Это довольно дорогая установка, цена его может достигать 10 миллионов евро, и она очень дорогая в обслуживании, и в основном она используется в промышленности. Значит, после того, как мы засветили нашу пластину, мы ее проявляем в растворе, и засвеченные области этого резиста растворяются полимером. Поэтому мы получаем, ну, например, вот такую картинку. Вот здесь вот резист остался, а здесь вот мы видим окна, протравленные до пластины. Вот такая вот структура. Следующим
шагом литографии это будет или нанести материал в эти открытые окна, или, например, поместить такую пластину в плазму, и плазма съест материал, вытравит материал, да, то есть мы получим траншею. Ну вот, давайте сначала поговорим о нанесении материала. Для того, чтобы нанести материал, мы помещаем пластину в вакуумную установку. Вот здесь вот справа в этой камере есть держатель для пластины. Помещаем в вакуумную установку, откачиваем до высокого вакуума. И из тигеля, который расположен в нижней части, значит, нагреваем тигель. Плавим там материал, и этот материал, как обычно, испаряется, и он попадает на резист, на полимер, и также попадает на пластину. Здесь пластина, естественно, перевернута вверх головой. Попадает на пластину. Значит, для чего нужен вакуум? Нам нужно сделать условия, чтобы как материал, который испаряется, атомы этого материала, они не рассеивались на молекулах газа, а достигали кремниевой пластины без рассеяния. Потому что при рассеянии они могут, во-первых, рассеяться, во-вторых, они могут взаимодействовать с этим газом. А мы хотим, чтобы этот материал был чистый, без всяких примесей. После этого... Что мы делаем? Мы помещаем, вытаскиваем пластину из этой установки и помещаем в растворитель, который растворяет резист. Вот этот резист полностью растворяет, несмотря он растворяет даже не засвеченный резист. И металл, который был на резисте, он уходит. Это называется процесс взрыв или лифтов. И остается только материал на пластине. Таким образом, вы можете сделать некую картинку на пластине с толщина этого материала может быть там от 10 нанометров до микрона практически. Да? Значит, ну здесь вот, может быть, я пропустил, как нагревается этот тигель с материалом. Значит, в данном случае он нагревается лучом высокоэнергетичных электронов. Поэтому это напыление называется электронно-лучевое напыление. То есть луч электронов направляется в тигель, заворачивается он магнитным полем, и материал плавится и испаряется. Вот. После лифтов вот у нас получилась такая картинка, то есть металл лежит на пластине. Ну, в данном случае это, я думаю, палладий золото. Сверху золото, а под золотом палладий. То есть два материала напылялось. Вот. В принципе, можно, значит, вторая технология – это травление. Да? Ну, вот, например, мы сделали вот такую структуру, а теперь хотим... сделать траншеи между вот этими золотыми полосками. Мы делаем опять литографию, открываем окна и помещаем пластину опять в вакуумную камеру, вот здесь вот. Значит, откачиваем до высокого вакуума, напускаем газ, это может быть аргон или хлор или SF6, и подаем высокочастотное излучение. Высокочастотное излучение, оно возбуждает, оно ионизирует атомы газа, и у нас получается плазма. Причем плазма получается такая, что в районе анода у нас есть ускоряющее напряжение для ионов этой плазмы, поэтому ионы плазмы, хлора или аргона, они ударяются о пластину и выедают материал. И таким образом вы можете сделать траншею. Вот это две базовые технологии как бы нанесения материала и травления материала. Вот. И вот теперь самый важный момент.
Какая точность этой технологии? Ну, во-первых, это, конечно, точность того, как вы засветили вашу пластину через маску, с какой точностью вы ее проявили. То есть, предположим, вы хотите сделать щель размером X. Ну, а после того, как вы засветили и проявили, у вас на самом деле будет x плюс минус какая-то маленькая добавка дельта x. Ну вот, не вдаваясь в подробности, мы можем сказать, что дельта x – это и есть разрешение литографии. Потом будет напыление материала или травление, но изначально вот разрешение литографии оно будет определяться вот этим дельта x. Значит, от чего зависит это дельта x? Он зависит от коэффициента k1, который... Это значит, свойство оптической системы. В лучших оптических системах сейчас достигает 0,3. Лямбда – это длина волны ультрафиолета, которую вы используете. И надо разделить на численную апертуру. Ну, численную апертуру я не буду вдаваться в детали. Она в лучшем случае сейчас может быть сделана как 1,3. Если вы подставите все эти цифры в уравнение, то получите где-то 45 нанометров разрешения. Ну, там есть еще длина волны, ну, для длины волны 193 нанометра. Это эксимерный лазер. Вот. Ну, в принципе, это можно, еще там есть ухищрение, что можно вот довести до там 30 нанометров или 28 нанометров, которые сейчас используются. Вот. Понятно, что вот К1 и численную апертуру вы особо изменить не можете, но вы можете уменьшить длину волны. И сейчас идут разработки ультрафиолетовой литографии с длиной волны 13,5 нанометров. Это используют там возбуждение, испарение олова. Возбуждение олова – это такой довольно сложный источник, но, тем не менее, он позволяет как раз достигнуть разрешения 5-7 нанометров. Но уже для вот такой литографии, это, во-первых, требуется, чтобы вся литография проходила в вакууме, то есть рассеяние ультрафиолета на остаточном газе будет очень сильное. Нужна очень сложная дорогая маска, само оборудование очень дорогое, и вообще говоря, набор элементов, которые вы можете спроектировать, в данном случае будет ограничен. Вот. Ну вот здесь вот маска для ультрафиолетовой литографии на 193 нанометров. Вот это вот то, что вы хотите сделать. Вот здесь вот требуемый рисунок. А это то, что находится на маске. То есть здесь уже нужно принимать во внимание дифракцию, интерференции. Вот маска вот такая. И стоимость маски для вот такой литографии, она порядка 5 миллионов рублей. А маска для экстремальной ультрафиолетовой литографии, она уже работает не на прохождение, а на отражение. И здесь вы видите такая многослойная уже структура, которая дает отражение до 70%. Это, ну, по сути дела, бреговское зеркало, состоящее из слоев молибдена и кремния. Вот. И, ну, есть слой, который поглощает излучение. Конечно, эта маска стоит намного больше 5 миллионов рублей. И, значит, плюс стоимость оборудования. То есть вот эта технология, она может оправдывать себя только если разговор идет о большом промышленном производстве, где вы производите десятки миллионов там, процессоров. Десятки миллионов процессоров. Это чтобы оправдать затраты. И сразу понятно, что вот такая технология, она отсекает какие-либо исследования, научные исследования, используя этой технологии, или даже разработки. Ну, представьте, вы придете к инвестору и попросите там маску там, к
который будет стоить 10 миллионов рублей, а потом через день вы придете и скажете: извините, я ошибся, мне нужно еще одну маску сделать. Вот. К счастью, есть другой путь, с которым вы можете делать литографию. Это называется электронно-лучевая литография. Она все-таки доступна и для разработчиков, и она доступна для научного сообщества. В чем суть электронно-лучевой литографии? Суть ее в том, что вы заменяете фотоны, ультрафиолетовые, на электроны. И вы можете очень легко добиваться разрешения 8 нанометров, и вам не нужна будет маска. Почему это происходит? Ну, во-первых, электроны – это частица, у которого масса покоя не нулевая, поэтому длина волны его определяется как постоянная планка, деленная на импульс. Вот. Если вы разогнали электроны до 100 кВт, то длина волны будет 10 минус 12 метров, то есть пикометры. Такого разрешения вы, конечно, и этими электронами вы можете точно так же, как ультрафиолетом, разрушать полимер и делать его растворимым. Конечно, вот такого разрешения 10 минус 12 вы не добьетесь, потому что электроны, значит, это заряженные частицы, они отталкиваются друг от друга, вы не сможете просто сделать луч такой толщины. Но современных литографов вы можете сделать луч диаметром 3 нанометра. Если вы сюда добавите неаккуратность, ну, неточность, ошибки в проявлении и потом нанесении материала, то у вас литография выйдет где-то с точностью 8 нанометров. Но, значит, как работает электронный литограф? Электронный литограф, он вот показан здесь, у него есть колонна, где создается вот этот луч электронов. Луч электрона вытягивается из катода, который состоит из вольфрама, вольфрамовая проволочка и кристалл вольфрама, на который наплавлен цирконевый резервуар. Электроны вытягиваются из этого катода электрическим полем и ускоряются в колонии. Ускоряются конденсаторная линза и апертура, они монохромируют этот поток электронов, то есть они выделяют электроны только определенной энергии, чтобы их легко было сфокусировать в одном месте. Дальше, значит, фокусирующая линза фокусирует эти электроны на подложку, и вот размер этого луча будет 3 нанометра. По пути между апертурой и подложкой и вашей пластиной есть электроды, которые управляют отклонением этого луча. И вы можете, задав картинку на компьютере, нарисовав в автокаде, перенести эту картинку на вашу пластину. Довольно такая, как бы, идеологически очень простая технология. Отклонение луча, конечно, от вертикали не может быть очень большим, поэтому типичные размеры, которые вы можете здесь, типичное поле, которое вы можете зарисовать, будет порядка сотни микрон. Ну а дальше у вас есть столик, на котором лежит пластина, который позиционируется с помощью лазерного интерферометра с огромной точностью. Если вы координатные системы электронного луча и столика свяжете друг с другом, то вы, в принципе, можете зарисовать одно поле, передвинуться, зарисовать второе поле и так далее. То есть вы можете, в принципе, делать литографию на пластинах разных размеров, вплоть до 30 сантиметров. Да? Маска вам не требуется, то есть это большое преимущество этого прибора. Но технология очень медленная. Обработка, скажем, пластины 4-дюймовой 100 мм может занять несколько дней. Вот.
Есть несколько производителей вот этого оборудования в мире. Ну, в основном это японская Jewel, немецкая Wright и американская Vistec. Вот. Ну, есть более мелкие компании, которые занимаются тем, не занимаются, а которые работают на рынке перевода сканирующих электронных микроскопов. В принципе, это и есть сканирующий электронный микроскоп в разряд литографов. И я очень как бы могу с гордостью сказать, что в России тоже есть такая компания, которая этим занимается довольно давно, в Черноголовке. Наномейкеры делают это они довольно профессионально. Потому что вот стоимость вот такой вот системы, ну, это промышленная, по сути дела, система, это она достигает 200 миллионов рублей. Но не все могут позволить заплатить такие деньги. Вот, плюс содержание этой системы очень дорогое. А вот переоборудование сканирующий электронный микроскоп, он бюджет его намного меньше. Поэтому часто в научных лабораториях используют вот такой вот адаптированный сканирующий электронный микроскоп для этой технологии. Разрешение, конечно, будет немножко похуже, но вы тоже очень много можете сделать с помощью него. Ну вот здесь вот давайте посмотрим примеры приборов, которые можно сделать, используя ультрафиолетовую электронную литографию. Ну вот первый прибор – это сверхпроводящий зарядовый интерференционный прибор. Несмотря на простоту вот такой этого прибора, он довольно сложный, технология сложная, потому что вот эта пленка, которую здесь вы видите, это пленка нитрида-необия, и эта пленка имеет очень точную атомарное число, то есть это число слоев в этой пленке от 60 до 90. То есть она растилась слой за слоем в технологии, которая называется атомно-слоевое напыление, atomic layer deposition. Да. Значит, этот прибор сверхпроводящий, он работает при низкой температуре, и в этом приборе, значит, что происходит? Происходит интерференция магнитных вихрей, которые двигаются по часовой стрелке и против часовой стрелки. И эта интерференция зависит от заряда на вот этом острове. А этот заряд определяется ну, затвором, напряжением на затворе между затвором и структурой. Да, вот я что хотел сказать про сложность этого прибора. Вот ширина вот этих перемычек, она 10 нанометров. И это контролируемый размер в технологии. То есть это довольно сложно сделать такое. Следующий прибор – это два связанных кубита. Ну, это, по сути дела, элементная база квантового процессора, который сейчас разрабатывается. Эта структура была сделана в Бауманском университете в рамках проекта совместного проекта между МФТИ, Бауманским университетом, МИСИСом. Значит, это два связанных кубита. Кубиты, они находятся вот здесь, вот их плохо видно. Ну, здесь вот, что очень красиво, это воздушные мосты. Ребятам удалось сделать. Вот следующая картинка – это источник одиночных фотонов, который сейчас как бы требуется и для квантовой технологии, и для криптографии. Значит, это, видите, столбик из индиофосфида, наверное. Если вы видите на вашем экране, здесь вот есть вот такая вот решеточка. Это Бреговское зеркало верхнее, нижнее Бреговское зеркало. Где-то здесь вот есть активная зона, где формируется этот как раз, излучается фотон. Вот. Сенсор, который сделан с колтехи, из комбинации разных материалов. Значит, вот это из Калорсуя, это интегрированная система управления лазерным лучом для лидара. Ну, тоже очень красивая система. А вот последняя структура, это, я думаю,
тем, чем мы можем гордиться в России, это триглицеридный детектор, который сделан в Московском государственном педагогическом университете. Это лучший детектор в мире, который сейчас существует, сверхпроводящий для терагерцев. Он работает на многих антеннах в астрофизических лабораториях. Вот. Значит, электронно-лучевая литография имеет высокое разрешение, вам не нужна маска, все очень прекрасно. Единственная проблема, что очень много времени занимает экспонирование. Вот представьте, вам нужно засветить площадку 1 на 1 сантиметр лучом, который 3 нанометра в диаметре. Ну, значит, не буду вдаваться в подробности, я вам скажу, что это займет 40 часов, да? А если вы хотите пластину засветить, которая сейчас стандарт литографии, 300 миллиметров, 30 сантиметров, то вам потребуется, чтобы даже 10% засветить, потребуется 119 дней. Ну, конечно, столько дней вы ждать не сможете. Вот. Можно, конечно, оптимизировать. Ну, например, вот если взять структуру вот этих двух связанных кубитов, скажем, большие области вы можете засвечивать с более высоким током, а ток входит как обратно пропорционально току. Скажем, увеличили ток в 100 раз, поэтому, скажем, у вас сократилось время до там, 2 дней экспонировать. А вот тонкие структуры вы уже экспонируете с маленьким током. Почему нельзя экспонировать тонкие структуры с большим током? В данном случае размер луча будет уже не 3 нанометра, а 50 нанометров. То есть, если вы хотите точность, то нужен маленький ток. Маленький ток. Значит, какой выход вот из этого, с этого положения? А выход такой. Тогда, наверное, надо использовать не один луч с 3 нанометрами, а, скажем, много лучей. И такая технология развивалась в Голландии с 2000 года, может быть, с конца 90-х. Значит, идеология была, давайте сделаем не один луч, а как бы у них цель была 65 тысяч лучей сделать. То есть это есть электронная пушка, из нее потом она разбивает, этот поток электронов разбивается на 65 тысяч индивидуальных лучей, и каждый луч контролируется индивидуально. Каждый луч контролируется индивидуально, образуется как такая головка, где стоят 65 тысяч лучей. Дальше, значит, вы двигаете пластину под этой головкой, головка неподвижна, вы двигаете пластину под этой головкой, и каждый луч рисует свое поле. Размер головки 5 сантиметров, то есть пластину 30 сантиметров вы за 6 проходов можете заэкспонировать. И займет это там не более часа. Но это уже где-то промышленная технология. То есть вы, смотрите, вам не нужна маска, и за час вы можете сделать довольно большую пластину. Вот здесь вот есть вот картинка бланкера для этого прибора. Значит, он состоит из довольно сложной системы, значит, сделанной из набора пластин кремниевых, в которых там сделана, по сути дела, трехмерное травление. Да? Значит, трехмерное травление. Вот эта технология развивалась с 2000 года до, ну, практически почти 20 лет развивалась, и в нее было вложено, ну, по моим подсчетам, где-то четверть миллиарда евро. В какой-то момент Роснано подключился к этой технологии, и Роснано, нужно отдать им должное, они построили фабрику в Москве, фабрику Мэппер, в которой как раз они занимались вот производством этих бланкеров и пластин для объективной линзы. То есть это довольно такая
хорошая технология. И здесь вот показано, значит, как бы пример того, как эти индивидуальные лучи, отдельные лучи, засвечивали пластину. Вот каждый луч засвечивает свое поле 2 микрона. Вот, значит, здесь... Потом, конечно, нужно сшить поля этих лучей друг с другом. То есть это... Там очень много было проработано технологий. Значит, вот сама система маппера, она вот здесь вот, она высотой там, по-моему, 3 метра, и мне довелось видеть ее живьем. Значит, вот здесь вот находится головка, про которую я говорил, вот она вот до этого места идет. А это столик, на котором находится пластина, он имеет лазерный интерферометр, то есть очень точно позиционируется. Вот этот столик, он вот здесь вот. Глядя на всю эту систему, я могу сказать, это бриллиант. То есть я был под впечатлением. То есть это бриллиант технологий. Значит, вот они демонстрировали разрешение, которое они добивались, это 36 нанометров. И вот вы видите, что как они скрупулезно от года в год улучшали разрешение там по 4 нанометра, чуть-чуть больше, там 6 нанометров. То есть это нужно как бы им отдать должное. Эта команда очень с хорошим менеджментом и с хорошими целями. Да. Но, к сожалению, эта технология не пошла по определенным причинам. Вот. И, по-моему, Роснано тоже вышел из этого проекта. Ну, мне кажется, сейчас этот проект заморожен. Но, тем не менее, это была вот такая попытка ускорить электронную литографию и принести электронно-лучевую литографию в промышленность. В промышленности электронно-лучевая литография все-таки используется, потому что фотомаски для ультрафиолетовой литографии, они делаются на электронном литографе. Ну, чтобы сделать одну фотомаску, вы можете подождать, конечно, несколько дней. Зато потом с помощью одной фотомаски вы можете сделать там несколько миллионов приборов. В этом тут как раз все в порядке с технологией. Хорошо. Значит, дальше, конечно, я говорил о литографии, я говорил о ультрафиолетовой литографии, электронной литографии. Ну а дальше вот есть процессы напыления, отравления. Эти сами по себе целые вселенные технологий, которые, конечно, рассказать невозможно, и, может быть, это даже неинтересно. Я вам только могу так сказать. Вот есть, скажем, технология плазменного отравления. Она развивалась там десятки лет. Да? Вот сейчас смотрите, какие прекрасные структуры делаются. Тут вот пружины, резонаторы. Да? Значит, вот технологические газы, которые используются для отравления, вот смотрите здесь список этих газов. Добавьте сюда еще параметры отравления. Это давление газов, мощность плазмы, смесь газов. У вас получается такое многомерное пространство параметров. И вам нужно для определенных процессов как бы добиться какого-то определенного результата. Вот в этом огромном пространстве параметров вы как бы гуляете и ищете нужный для вас процесс. С годами вот база данных вот этих вот процессов, она как бы накапливается, и вам уже зачастую не нужно там придумывать что-то. Уже вы можете как лего взять какой-то кубик из этих процессов и использовать для производства своих приборов. Ну, я вот просто хочу сказать, вот я наблюдал за компанией
плазма Оксфорд, наверное, лет 30. Ну, наблюдал как. Когда-то со стороны, когда я был в Англии, довольно много с ними общался. Вот это вот очень профессиональная команда, там менеджеров была и есть в этой компании, которые сделали ставку не только на производство оборудования, но и на создание огромной базы данных вот этих процессов. Поэтому сейчас, покупая плазма Оксфорд, зачастую люди даже покупают не само оборудование, они покупают, по сути дела, доступ к этой огромной базе данных процессов. Вот. Ну вот этого где-то, может быть, не хватает у нас в России, вот такой вот как бы методичного такого движения в одном направлении. Вот. Ну и последняя технология литографии, о которой бы я хотел рассказать, это зондовая литография. Значит, атомно-силовой микроскоп, сканирующий микроскоп, это производная от сканирующего туннельного микроскопа. Но вместо проводящего зонда здесь просто используется зонд, который сидит на таком кантиливере, на пластинке. Когда вы сканируете вдоль поверхности, зонд... Атомы зонда взаимодействуют с атомами подложки, диполь-дипольное взаимодействие, и этот кантиливер отклоняется. Это отклонение вы можете зафиксировать, вы можете как бы измерить, используя лазерный луч, который направляется на фотодиод, и он вам как бы даст профиль поверхности. Ну вот, например, здесь вот такая структура. Это многослойный сэндвич, состоящий из нитрида бора, графена и нитрида бора. Вот если их эти три материала как бы делать из них сэндвич, и графен он одноатомный, толщина одноатомная, но нитрид бора там несколько слоев. То у вас появятся пузыри, вот такие. Ну, вот они здесь видны, эти пузыри. Это неизбежно. Ну, пузыри вот эти, это очень интересный объект для исследований. Вот один из моих аспирантов как раз этим занимается. Эта картинка, эту картинку он получил. Вот это поле 8 на 12 микрон, и вот видите, с точностью там 93 микрона он может смотреть на эти пузыри с помощью такого прибора. А что, как его можно использовать в литографии? Ну, это очень просто. Вы, например, формируете каплю на этом зонде, прикладываете напряжение между, скажем, электродом и зондом, и можете, например, окислять графен. То есть вести этим зондом, и графен вот в этой области будет окисляться. Или, например, вы можете окислять алюминий. Напылите алюминий, держите его в вакууме и тоже формируете водяной мост и окисляете алюминий. Нет, наверное, не в вакууме, потому что здесь водяной мост есть. Наверное, это окисление алюминия на большую глубину. Вот. Ну и даже более как бы практичная вещь. Почему зондовая литография, скажем, важна? С зондовой литографией вы можете в раствор добавить молекулу. И двигая этот зонд, вы можете просто рисовать молекулами на вашей пластине. Это то, чего нельзя вот, в ультрафиолетовой литографии или электронной литографии. Вот. Скорость, конечно, этой литографии не очень большая, зато у вас есть новый набор материалов, которые вы можете нанести. Или, например, вы можете взять сделать подачу на кантиливер каких-нибудь чернил, ну или какого-нибудь материала, и эти чернила будут оставаться на пластине только в случае, если вы, скажем, освещаете кантиливер лазером. То есть нагреваете его, а если не нагреваете, то он оставаться не будет. Вот таким способом
Naval Research Laboratory, Naval Research Laboratory сделали вот, например, такие вот квадратики. Если нагреть до 122 Цельсия, то значит, чернила с кантиливера прилипают к пластине, и у вас получается перенос материала. Разрешение вот такой литографии, вот оно, зондовой литографии, оно хуже, чем разрешение, скажем, электронно-лучевой литографии. И энергии, которые здесь используются, намного выше. Но это как бы дает возможность вам делать литографию из материалов, которые невозможны в других видах литографии. Вот. И последний слайд я хочу вам рассказать о технологии. Это послойное напыление атомов. Да? Значит, ну вот с помощью этой технологии как раз была сделана пленка для зарядового интерферометра. Давайте поместим пластину в вакуум, очистим ее поверхность и значит, откроем вентиль и напустим немножко водяного пара. Ну, вот есть условия, при которых водяной пар отдаст один из атомов водорода, и кислород прилипнет к вашей пластине, а наверху останется атом водорода. Причем этот слой будет однотонный. Ну, вот такая термодинамика у этого процесса. Дальше мы откачаем водяной пар. Ну, водяного пара немного надо, то есть это там не то, что вы там сквозь него видеть не будете. Нет, это там 10 минус 3 миллиметра ртутного столба, что-нибудь такое. Дальше вы можете откачать его и запустить органическую молекулу, к которой прицеплен металл. Вот органическая молекула, она синяя, а металл – это желтый. Да? Органическая молекула оторвет атом водорода и вместе с металлом сядет на кислород. И так они покроют всю пластину, покроются вот таким вот слоем этой молекулы органической вместе с металлом. Дальше вы откачаете остатки этих органических молекул и опять запустите водный пар. Водный пар оторвет вот эту макромолекулу с водородом, и кислород сядет на металл с водородом наверху. И так вот он покроет всю поверхность. Дальше вы откачиваете водный пар, и вы приходите вот опять к начальной структуре. Так вы нанесли один слой оксида металла. И так дальше. Вы повторяете процесс, и при каждом вот таком цикле вы наносите слой за слоем материала. В чем, значит, сила этого процесса? Сила – это то, что вы наносите каждый раз наносите один слой материала. Да? То есть вы контролируете толщину очень до атомного уровня. Второе – это то, что он комфортный. То есть если у вас есть профиль, то этот процесс покроет, этим процессом пленка покроет ваш профиль идеально. Ну и третье – то, что эта технология не очень дорогая. Когда эта технология начинала внедрение в 2000-х годах, мои коллеги говорили, что это, ну, представь, кастрюля, цена кастрюли, по сути дела, в которой то пар напускает, то напускает еще какие-то газы. Значит, здесь технология – это, по сути дела, поиск вот органических молекул, поиск термодинамических условий, при которой только одноатомный слой формируется. Но сейчас можно с помощью этой технологии сделать вот такой набор материалов. И установка у начального изобретателя этой технологии, это финская компания Picasan, вот современная кастрюля. Вот. Хорошо, значит,
вот это Сколково. Значит, вот Сколтех. Вот один из блоков Сколтеха, вот он красным. В этом блоке мы хотим сделать наноцентр. Сейчас мы ведем подготовку, ведем документацию, подготавливаем документацию, как бы ведем переговоры с пользователями для того, чтобы на Сколково сделать наноцентр мирового уровня, где, вот, скажем, технологии, о которых я рассказывал, можно было бы реализовать. Общая площадь этого центра 2000 квадратных метров, чистые помещения 1000 квадратных метров, вот они здесь вот обозначены. У нас будет несколько технологий, профилирующих полупроводниковая фотоника, обработка двумерных материалов, таких как графен, и сверхпроводящие когерентные системы. Ну, это вот кубиты, которые я вам тоже показывал. Вот. Ну, надеюсь, что нам удастся запустить этот центр. Вот. А в принципе, я приглашаю всех, кто заканчивает бакалавриат, поступать к нам в магистратуру, а те, кто магистратуру заканчивает, поступать в аспирантуру. У нас очень много центров, разнообразных центров. Это вот я работаю в центре фотоники и квантовых материалов. Есть у нас космические инженерные системы, нефтегазовое дело, математика, теоретическая физика, наука о больших объемах данных, передовые производственные технологии, материаловедение, энергетические системы, батарейки всякого рода, современные батареи, ну и наука о живых системах, биосистемах и, естественно, информационные науки и технологии. Вот. У нас язык обучения английский, стипендия 40 тысяч рублей в месяц и медицинская страховка. Вот, в принципе, я закончил лекцию. Так, из чего состоит цена маски? Ну, цена маски состоит из затрат на ее производство, естественно. Значит, одним из компонентов этой цены это, конечно, ну, сами материалы. То есть это само стекло, это специальное стекло. И плюс технология производства, ну, необходима, скажем, электронно-лучевая литография, которая сама по себе дорогая. Ну вот, плюс там, конечно, прибыль заложена хорошая. Китай не перехватывает первенство в нанотехнологиях, а то все, что мы слышим, Швеция, Европа, даже Черноголовка. А где Китай? Ну, я скажу, что так. Китай, конечно, впереди нас. Китай впереди нас. Я вам могу рассказать такую веселую историю. Я был в Национальной физической лаборатории в Лондоне. И приехал туда китаец. И он говорит: вот я директор такого хорошего нанофабрикейшн центра, ну, нам нужны идеи, что делать. Вот давайте вот мы сотрудничать будем, вы нам будете подсказывать идеи, вот, и мы будем вместе делать. Ну, мы как бы спросили, а, ну, наверное, вы хотите как бы обосновать, почему ваш центр там в Китае, инвестиции в ваш центр, чтобы как бы перед правительством. Он говорит: что вы, знаете, у нас в университете, говорит, 4 таких центра построены. Я, говорит, пока соревнуюсь только с ними. Вот это, этот университет, я даже не знаю, города такой, там, ну, наверное, живет 10 миллионов китайцев, да, то есть какой-то такой небольшой университет. Но инвестиции, которые китайцы сделали, они громадные, конечно, и уровень у них технологий очень высокий. Послойно напылять можно только металлы или и полупроводники. Мы же можем сверхрешетки так делать. Да, абсолютно правильно. Нет, это, конечно, послойно напылять можно не только металлы,
там есть различные материалы, которые можно делать. Но вот послойно напылять полупроводники, для этого есть технология так называемого молекулярно-лучевой эпитаксии. И там это прекрасно делают. Значит, технология намного более дорогая, чем атомное вот это напыление, про которое я говорил. Но дорогая, но вот скорее его используют для полупроводников. Спасибо за лекцию. Не могли бы вы оставить свою электронную почту или какие-то другие контакты? Знаете, на сайте Сколтеха есть мой профиль, и там есть моя электронная почта. Вот. Я не знаю даже, как я могу оставить. Все. Спасибо за внимание.